Сейчас мы находимся в одном из крыльководческих обществ в Германии. И здесь есть на что посмотреть. Ну, во-первых, даже вход на их территорию уже показывает сам за себя. Сейчас я постараюсь у них спросить, и можно ли здесь поснимать поподробнее маленько. Да, мне разрешили. И сейчас мы посмотрим, как это все выглядит. Ну, во-первых, чистота и аккуратность сразу бросается в глаза. Опять приходится мне снимать на телефон. Здесь у нас сатины, бельгийские зайцы. Сатины карликовые. Не буду сейчас снимать всех кроликов, быстренько пробегусь по кругу. Да, умеют немцы ухаживать. Обустраивать свое рабочее место, так сказать. Везде по периметру у них расположены клетки однотипные, стоят под навесом. Я так понял, что территория примерно на 10 заводчиков. Здесь у них, ну получается, когда у них проходят какие-то выставки или что-то, здесь у них гриль. Здесь может быть сама выставка проходить. Здесь там тоже крольчата сидят. Все это находится на территории жилого комплекса во дворах. Даже детскую площадку сделали. Я так понимаю, тут вечером не то что поработать, можно и посидеть, отдохнуть, позагорать. Здесь крольчат таких загонщиков выпускают на травку зеленую пощипать. Видать, приходится с детьми лопатки, ведерочки. Очень здорово. Сатины. Тише, 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 тише. Баранчики сидят. Гавана карликовая. Он такой лобастый. Очень хорошие белые сатинчики. Хозяин готовит документы. Все чисто, сухо, запаха нет. Вода, комбикорм, все есть у кроликов. Еще раз общий вид. Еще одного кроликовода. Смотрим сатинчиков. Эх. Одно из помещений находится прямо при доме. Окей, красавцы. Глазки горят. Вот здесь еще одно помещение. А сейчас мы находимся в хозяйстве у заводчика Рексов Драйфарбит. Тоже не очень все красиво и чисто. Сейчас я покажу несколько его помещений. Здесь он показывает крольчат. И красивейшая природа. Абстрактный навыка. Рамло, вы ausruhen, да?
Так, сейчас я поняла. Очень много молодняка сидит практически. Но я так понял, это помещение больше как маточное используется, потому что везде у нас детки. Здесь мы открывали тоже маточники, у него ящики, там крольчата у нас. На улице жарко, отдыхают уже мамашки. И еще одно помещение. Здесь тоже везде сидят рексы Drive Orbit. Правда, вон еще ангорка примостилась, видать, для души. И все наши награды. Заводчик на очень хорошем счету. Очень много побед, чего и в дальнейшем ему желаем. Сейчас мы заехали к кролиководу в Литву, который держит для меховых изделий рексов и сатинов, и сам шьет изделия. Посмотрите, какая красота. А вот эта заготовка для шубы сделана из наших любимых бургунцев. И как она делается? Разрезается сначала все на полоски, на узкие, и потом сшивается. Это сделано из двух бургунцев. И в принципе потом вот так это все кроится, и получается вот такая шубка будет. Я, кстати, в шапке тоже из сатина. У него очень много всяких форматов этих шапок. Вот я одну одел, одну девушке повесил на глазки. Так, что еще шубку сейчас посмотрим. Здесь у нас еще выделанные шкурки. Где-то в Литве тут на заводе выделываются. Очень хорошее качество. Это у нас сатин. На солнце видно, как он блестит. Очень хороший отблеск дает. Это сатин шиншилловый. Я думаю, что будет видно, как это все блестит. Здесь у нас это просто шкурка шиншиллового кролика. Ну, качество идеальное, с печатью все. И это у нас... Это тоже сатин. Сатин Гавана. Шапочка сделана из рекса. Ну, в принципе, вот так сказать, очень удобно. Хорошие шапочки. Не мой размерчик, конечно, но это практически мой размер. И сейчас еще покажу одну шубку. Только мне надо девушку переодеть. Пожалуйста, выключите камеру. Ну все, девушка переодета. Я хочу показать еще один полушубочек такой небольшой. Тоже сделано из сатина. Но я сейчас не пойму, даже бликует. Либо фех, либо голубой сатин. С капюшончиком. Очень аккуратно. И я вижу тоже сшит из таких же полосок, из узких, которые я показывал на бургундском кролике. Вот такое изделие, есть на что посмотреть. И я думаю, любая девушка, если наденет такой полушубочек, будет в нем прекрасно выглядеть. И вот таким образом шубка выглядит со спины. Сейчас расчесали мех. И вот шубка таким образом стала смотреться. Я нахожусь в немецкой деревушке, и мы видим, для людей тут сделан небольшой парк разбит, где гуляют животные, косули, утки плавают. Сейчас я до туда дойду. Ну, в общем, вот такая идиллия. Пятнистый олень. В принципе, это очень хорошо. Выйдешь вот так вечерком, посидишь на лавочке, на животных посмотришь, отдохнешь. Водоем, где плавают уточки. Рыбы я здесь не вижу. Не знаю, там есть или нет. Но видно, что вода аэрируется. Козлик гуляет с курочками. Порода я не знаю какая. Алло. Там у нас уже маленькие козлятки, смотрю, отдыхают.
конец мая, но у них-то здесь уже давным-давно зеленая трава. На этом ролик буду заканчивать. Всем удачи!